Поддержка семей мобилизованных стала одной из тем семинара, который провели в Первоуральске. В одном зале собрались родственники участников СВО, общественники, социальные и медицинские работники, а также представители власти. Тема поддержка наших участников боевых действий, их семей, достаточно острая, животрепещущая и требующая координации всех, не только органов власти, но и совместно работа с населением, общественных организаций и людей неравнодушных, работающих на территории. Очень много возникает вопросов. Вопросы, прежде всего, медицинской реабилитации, выплат различных, вы знаете, что по ранению, по случаю гибели военнослужащих, семьям осуществляются выплаты. Как говорят организаторы, задача таких семинаров – поделиться полезной информацией, чтобы семьи участников СВО знали, куда обращаться с различными вопросами. На встрече также говорили о взаимодействии властей и общественных организаций, отправке гуманитарной помощи в зону спецоперации, новых мерах социальной поддержки военнослужащих и медицинском обеспечении ветеранов боевых действий. В городах Западного округа это уже пятая такая встреча. Следующая пройдет в уральской столице и, как предполагают организаторы, традиционно соберет специалистов разных сфер и просто неравнодушных жителей. Помогаем, потому что это наш гражданский долг, и мы со своей стороны должны подключиться к этому процессу. Помощь оказываем любого направления, отрабатываем заявки членов семей мобилизованных. С 2022 года социальный фонд принимает участие в реализации пенсионирования граждан, участвующих в добровольческих формированиях. Поэтому сегодня мы рассказываем о пенсионировании этой категории граждан, какие пенсии мы назначаем, в каких размерах и при каких условиях.